Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается отличный, недорогой вариант жилого дома с баней на участке 30 соток в прекраснейшей деревне Петраково, Александровский район, Владимирская область, 100 километров от МКАД по Щелковскому или чуть дальше по Ярославскому шоссе. Давайте внимательно посмотрим данный объект недвижимости. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм-каналах. Деревня Петраково газифицирована. Это важно. То есть жилой дом оформлен. Пожалуйста, с помощью средств материнского капитала можно купить и сразу проводить газ. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости. Деревня Петраково находится практически на границе Александровского и Киржачского районов. Вашего внимания, кирпичный дом, второй этаж мансарда, гаражик у нас тут имеется. Скважина, электричество, отопление печное. Еще раз напомню, деревня газифицирована. Пожалуйста, можно гараж. Тут можно спортзал сделать, можно гараж, можно мастерскую. Ваше внимание, двое въездных ворот. Одна основная причина, даже две, по которым стоит приобрести данный дом. За заявленную стоимость, которая будет указана в тексте объявления под данным видео, ничего подобного не построить, ничего. Это раз. И экологически чистые места тут, красота, это два. Земельный участок 30 соток. Половина огорожена, половина у нас за забором, сейчас вы это увидите. Давайте снаружи посмотрим все, потом внутри. И потом ждем вас на просмотры. Вашему вниманию, дом кирпичный, второй этаж мансарда. Пристройка у нас, если я не ошибаюсь, каркасная. Вот эта вот террасочка. Вашему вниманию, скважина. Доделки, конечно, требуются. В любом объекте недвижимости есть доделки. Но тут все налицо, тут более чем все понятно. Ваше внимание, это банька. Конструктив будет указан в тексте объявления под данным видео. Фундамент ленточный, прекрасный. Вот такие вот декоративные сооружения у нас по всему участку. Лавочки. Березовый каркас. Земельный участок 30 соток. В собственности отмежован. Половина участка, как вы можете наблюдать, огорожена комбинированным забором. В основном это сетка рабиц и железные столбы. Перед банькой у нас территория отдыха. И половина участка, собственная березовая роща. 30 соток. Хозблок, парнички. Здесь у нас деревянные туалет. И то ли хозблок, то ли летний душ. Давайте посмотрим. Река рядом, купание, рыбалка, пожалуйста, все это имеется. Буквально туалет, шикарнейший туалет, шикарнейший. Это хозблок, пожалуйста, ваше внимание. Две теплицы и, внимание, молодые плодовые ягодные насаждения, это важно. Ничего выкорчевывать, удалять не надо. Все пусть растет, цветет и пахнет. Ягодки растут. Яблонька. Еще несколько яблонек. Две теплицы. Все это сейчас очень дорого стоит. Шикарный вид, шикарный. С учетом того, что, пожалуйста, газ проводим. В деревне Петраково около 10-15, как мне поведал местный житель, домов проживает круглогодично. Круглый год, как дачами, пользуются также многие владельцы домов. Ваше внимание, еще земельный участок, вот туда продолжается. Березовая роща. Красиво. Давайте пройдемся по дому и по бане. Еще раз, немножечко поближе. Как вы видите, лавочки, арочки, каркас березовый, территория для отдыха, банька.
Ну вот поверьте мне, значит, с учетом того, кого вы найдете в сфере строительства, хороших строителей сейчас немного, они все заняты, значит, а в рекламе нуждаются те, кто, ну, в общем, так скажем, за всех говорить не буду, но основная часть — это экземпляры. Одну баню за эту цену построить можно. Давайте по дому пройдемся. Для новых хозяев, которые приобретут данный объект недвижимости, тут благодать. Спокойствие, тишина, река, леса, чистейший воздух. Тут у нас все в бетоне. Ну и давайте внутрь пройдемся. Вашему вниманию коридорчик, прихожая, лестница на второй этаж интересная. Вот здесь вот у нас с вами холодная часть и кухня. И важно, практически все, что вы видите, кроме личных вещей, все остается. Вот, а это тоже материальные средства и суета приобретения вот этих всех вещей, посуды и так далее. Печка, которая отапливает два этажа. На второй этаж мы с вами сейчас зайдем. Возможно будет приобрести данный объект недвижимости с помощью средств материнского капитала. Пожалуйста, напомню. Также ипотечные кредитования. Никаких проблем. Оказываем услуги данного характера под ключ. Кухня. Ну и второй этаж сейчас мы с вами посмотрим. Удобная лестница. Ничего не скрипит, не болтается. Это вообще важно. На втором этаже вот такое хозяйственное помещение у нас, как правило, в домах. Большой холл, зал. Вот эта печь также отапливающая. Второй этаж. И две комнаты. Общая площадь будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru. Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, каналах. Ну, так тут ближе к 100 квадратам, в общем. И банька. Давайте мы с вами сейчас посмотрим баньку. Обратите внимание еще на ленточный фундамент. Из чего сделана баня, будет сказано в тексте объявления. Сейчас просто на память не помню. Вот. Хозблок. Ваше внимание, перед банькой у нас территория отдыха. Все красиво. Второй этаж, венички там видно, чердачок. Топочная. Ну вот тут немного как-то, наверное, неправильно топили или коптит немножечко. Ну это все ерунда, мелочи. Все это делается. Главное желание, это главное. Остальное все приложится. Ну, тут сейчас, я не знаю, не видно будет, наверное. На фотографиях посмотрите. Печь, бак, все есть. Выходим с бани. Ну, практически райское место, уважаемые дамы и господа. Деревня Петракова, Александровский район, Владимирская область. 100 километров от МКАД по Щелковскому. Или чуть подальше по Ярославскому шоссе, на границе Александровского и Киржайского районов. Жилой кирпичный двухэтажный дом, второй этаж мансарда, пристроечка, ленточный фундамент, скважина, баня, электричество, печное отопление, хозпостройки, плодово-ягодные насаждения и газифицированная деревня. Это важно, очень важно.
двое въездных ворот, вот одни, вот вторые. Смотровая яма тут. Можно заниматься ремонтом машины. И посмотрите, территория перед домом также прекраснейшая. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм-каналах. Оказываем услуги в сфере газификации, электрификации объектов недвижимости и полный спектр услуг в сфере недвижимости любого характера. Приезжайте, смотрите, покупайте. Ваше внимание, указатель на речку. Ну, тут буквально метров 300, и вы на речке. Детская площадочка прекраснейшая, красивейшая. Деревня Петракова. Райский уголок. Крайне недорогой дом, баня, земельный участок 30 соток. Строение. Что еще нужно для комфортного времяпрепровождения на своей загородной недвижимости? Деревня газифицирована.